Сейчас я представлю вам эстрадно-симфонический оркестр Гостелерадио Азербайджанской ССР. Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист Азербайджанской ССР Рафик Бабаев. На всю страну были известны фамилии композиторов, азербайджанских композиторов старшего поколения, которые активно работали в песне. Это Саид Рустамов, Тофик Кулиев, Рауф Гаджиев. В сегодняшней нашей передаче будут представлены молодые композиторы, которые пишут песни. Сейчас вы услышите песню молодого композитора Микаила Викилова на стихи поэта Расула Рзы. Песня называется «Лодки памяти». Это двойной дебют и для композитора, и для исполнителя. Оба они дебютанты центрального телевидения. Песню исполняет солист ансамбля «Ашуги» Фирус Исмайлов. Крылья кони, лодки памяти, свет небосклоне, парусов белокрылые.